Могилевчане досылали свои здымки несколько месяцев. Тут, у одним из буйных гандлевых центров Могилева, где организована выстава, амаль сотни фотографий. Черно-белые, колеровые, зробленные у советский час и зусім свежие. Объединяют их эмоции людей, которые только что взяли шлюб, и, безумовно, Могилев. Вот эта эмоция, которая присутствует на этих фотографиях, это была наша основная цель. Да, показать вот то счастье, неповторимость вот этого мгновения, минуты, минуты регистрации брака, минуты свадебной фотографии, минуты встречи, минуты любовной истории. Выстава адлюстровывая историю Могилева должиной больше за 100 годзе. Это фото датавана 1905 годом. Его принесла могилевчанка Людмила Соколова. На здымку ее бабуля и дядуля. Я просмотрела все фотографии, которые тут были, и мне удивило, что все-таки есть такие фотографы, которые ловят моменты такие, и это очень прекрасно. Тема семьи – это сегодня должна быть на первом месте, потому что воспитание в семье – это основное, что нужно ребенку. Основное. Могилевчане доказывают, престиж института шлюбу не снижается. Про это говорит и колькость досланных фотографий, да и личба городского отдела ЗАГС. Летость горожане заключили прикладно 2500 шлюбов. Распались у 2016-м 378 пар. Данная акция направлена на укрепление и поддержание авторитета семьи и брака в обществе. Брак и семья должны стать не только основой для становления и воспитания человека, но семья должна стать средой для сохранения и передачи из поколения в поколение культурных ценностей и национальных традиций. Час, каб побачить счастливые лики могилевских семей, отведены немалы. Выстава будет ладиться до свята города. Олеся Рыбалка, Александр Тарасов, новини региона.